сюрприз ТикТок. Да, да. А вы смотрите ТикТок? Я снимаю. Я даже снимаю. Я хочу посмотреть на это. Покажи, Снежана, едет. Хорошо. Покажи сегодня ТикТок. Хорошо, я сейчас посмотрю и гляну. Ну, еще вместе. Ну, еще вместе мы сделаем ТикТок. Проблем нет, я люблю. Хорошо, хорошо. Сколько вам? Сколько вам лет сегодня? Посмотрите, девушка. 75. Мне стыдно сказать. Нет, это 18. Мне стыдно сказать. Мне стыдно сказать, что мне 70. Этим надо гордиться, потому что, дай бог, каждому дожить. Да, этой красивой цели. Меня зовут Вероника, я от компании «Сюрпризи Пендерчей Драч». Как вы думаете, кто мог отправить меня к вам? Поздравить? Сын, наверное, мой. Наверное. Не знаю. Сергей Сергеевич, наверное, Сергей с Сергеевич, не знаю. Он смотрел ваш ТикТок сегодня? Или Сергей, Снежана Сергеевна. Так или-или. Она у меня только способна на всякие подлости, чтобы я в ТикТоке вот так, вот так, вот так, вот так в ТикТоке кувыркалась. У меня трое. Трое детей. Да, и где они? Анжелика Сергеевна на севере, Снежана Сергеевна в Москве, Сергей Сергеевич в Москве. А мне брать? В общем, Снежана... Вопроса не было. В общем, Снежана рядом с вами, да? Смотрите, у меня поздравления. Тот, кто послал меня к вам поздравить, это ваши детей и ихняя половина. И они написали для вас поздравления. Я могу вам прочитать, и в конце вы уже скажете им, будете поблагодарить, да? Какие-то красивые слова. Вы знаете, вы умеете, вы все умеете. Так ты знаешь, что самый дорогой и близкий человек, который всегда принимает нас таким, каким мы есть. Человек, который любит искреннюю любовь. Человек, который от всего сердца желает нам счастья. Человек, без которого мы не были бы жить, это мама. Мамулечка, спасибо тебе за все, за сказку в детстве, за понимание и терпение в трудный момент, за каждый успех и каждую улыбку. Ты подарила нас этому миру. Ты подарила нам целый мир. Мы тебя очень любим и дарим самые лучшие пожелания в твой юбилей. 75 – это просто цифра. Оставайся всегда такой мамулечкой, веселая, заботливая и всем любимая. А мы твои любицы, дети, обещаем сохранить покой в нашем доме и всегда радовать тебя. И с днем рождения, наша любимая мамулечка. С днем рождения! Спасибо большое. Это только мои дети способны на это. Во главе вот с этой дочечкой. Начать с ней, да? Хорошо, хорошо. Вы можете им что-то кое-что сказать. Они, те, которые не в Молдавии, они будут посмотреть это видео, и им будет приятно. Да я им каждый день говорю, они уже меня слушать не хотят, сколько я им говорю. Нет, они очень послушные дети. Ага. Сегодня очень. Да. Завтра не знаем, сегодня точно очень. Особенно по центральному телевидению. Да. Пойдемте все на улицу. Пока. Там самый главный сюрприз. Стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей.
Телеграммы летят в окно.